Всем привет! Сегодня мы снимаем новое видео на наш канал с Егором. Привет. Да, привет. Сегодня мы покажем вам, как пройтись, как попасть на Уран. Да. Мы сами пока без понятия, но мы что-то предполагаем, поэтому будем вместе изучать. Пошли. А зачем туда идешь? Можно срезать путь. Как? Тут есть путь. У нас крутые палочки. Ну, это пока не самые крутые палочки в игре, но хоть что-то они делают. Ну да. Так, у меня я уже взял один квест этого. Да, я тоже возьму. Сейчас еще раз возьму. Это вроде. Как квест называется-то? Загадочный квест. Тут надо убить 5 змей и 10 деревьев джунглей. Обычных деревьев, а не маленьких. Это я маленькое сломал. Вот. Нет, а какое? Вот это? Любое. А, вот оно, нашел. Сгоревшие только надо, которые огнем покрыты. Нет. Да. Вот этот инопланетянин. Почему у меня деревья пропадают? Я не понимаю. Потому что я их убиваю. Всё. Нет, можно обычное дерево, которое не горит. Главное, чтобы оно было, короче, не маленькое. Да. А немного приболел. Хотя это странно болеть летом, но да ладно. Ничего лагает. Да, это немного время пройдет, отлагает. У меня такая же фигня бывает. Змея не двигается. Она двигается. А я атакую, кстати. Я я забыл, что-то я этот. Мне непривычно без армии, поэтому я включу. Я тоже. Вообще непривычно это. В этом видео я, наверное, вам покажу, как получить лазера, потому что я хочу себе еще одного лазера взять в команду. Что такое говорит? Так, дальше змей надо убивать. Ну, последняя змея осталась. Я не могу попасть по змеи из армии. Почему у нас змея не быстрая? Нам приходится ждать, когда они добегут. Так. Не спрашивайте, почему я так много денег. Это я недавно. Вот. Сотни купил, кажется. Без и закрыть. Привет, инопланетянин. Отлично работаю. Один фрагмент. Нормально. Уничтожь 5 трицераптора и 8 змей. Да хватит уже змеи уползать. Ты можешь музыку включить, да? Так. Релакс от моего кота. Ну, иди сюда, змея. Минус. Так. Бежим. Я свечусь. Какая-то я тут. Я свечусь. Зачем деньги убивать? Ну иди сюда. Что такое? За одну змею дают 103 000. Сколько здесь примерно квестов?
Пяток, Я не что? знаю. Ну, сегодня мы, значит, узнаем. Надеюсь, не слили намного. 11, наверное. Больно много. Видео большое выйдет, получается. Мы же можем снять вторую часть. Мы можем разделить на две части, да? Но кто нам мешает? Ну, в принципе, да. Никому никто не мешает. Я сразу сосчитаю. Мне тоже. Вот поэтому я не хотел снимать видео на основном аккаунте по Control Army, потому что у меня армия прокачанная. Я играю с Рождества 2022 года. Пираты уже захватили вторую местность. Как эти поганы могли захватить вторую местность? Кто один зовут? Ой, я обчихну. У них осталось 4 змеи и 2 царапина. А где ты здесь нашел длинношеева? Нету здесь длинношеева. Почему я вижу карты? Это был Тирекс. Сам посмотри в индексе. Нету здесь Тирекса. О, длинношеева. Вот. Это все, что тут здесь водится. Он мой. Я уже всех трицераптусов убил, что ты мне. Мне еще три змеи надо. Это змей на бекон похоже. Скажи-ка. Да не. Ну, чем-то напоминает бекон. Не хочешь, кстати, прокачанный рюкзак купить? За 11 миллионов. За 11 миллионов? У меня только 3 миллиона. Я недавно купил. Я хочу нафармить на вулкан. С каждым временем, с каждым днем все быстрее и быстрее фармится, получается. С каждым обновлением. Да. Не, ну я просто вчера купил эту локацию, или позавчера, не помню уже. И у меня уже 25 нет, миллионов. Да, мне. У меня последняя змея. У меня есть ответ, прикинь. Вижу последнюю змею. Так нечестно. Сейчас полгода будет возрождаться. Еще у нее не полгода есть. По-вашему, должны накопить 100 миллионов. Как? Достаточно 5 деревьев джунглей, 10 маленьких деревьев джунглей. Тут нужен игрок. Гор, НЛО в джунгли прилетело, кстати. Ого, фига себе. 5 обычных? 5 больших и 10 маленьких. Угу. НЛО обнаружено. Вот это маленькие. Что это за баг? Это, наверное, не я. Сейчас НЛО убью. Кто там? Ты видишь, кто тут?
Я здесь. Никто. Что это за монстр? Да что такое? Когда я смотрю, это я надо когда-нибудь сдохнет? Не думаю. Вот это большое. Не надо большого, так надо обычное. А, вот обычное. А как выглядит большое? А тут нет больших. Тут есть обычное и маленькое. Офигеть, что такое, да? Да ну неужели? Что? НЛО сдохло. Mm-hmm. Ну ломайте дерево, чё ты... Когда успели сломать? Фу, то есть чё насрал? Волосами своими. У нас будет видео молчание кота. У нас будет вообще не слышно. Песик, можешь не остается еще одно. Все, осталось последнее дерево и все. Все, я выполнил. Вообще изи. Бежим. Мне нужно миллион ресурсов собрать. Это же мне надо туда-сюда бегать. Миллион ресурсов — это же изи. У меня-то рюкзак. Не такой большой. Мне тоже бы продать. Так. Магических деревьев. А почему здесь магические деревья? Что за магические деревья? Как мы должны их находить? На который ты убивал недавно. Фармил, на котором ты. Так это изи. Я на нем и накопил. А за него ресурсы дают? Какие? Ну. Нет. Это же моб. Они просто такие.
Кстати, я знаю, где накопать сразу же миллион ресурсов. На пляже? Да. Вообще тело обычно. Баба Ленька. Чего ты его так долго бьешь? Нет, ты уже. Ушло это мое дерево. Иди пока. Добывай ресурсы. Нет. Я первый сюда пришел. Ты понял, что у тебя нет уши. Ну, все равно двоим засчитывают. Че ты жалуешься? Мне сейчас будет идет с тобой система, ты ударишь ты, а я сзади. Оно мне даже ничего не сносит. Не сносит. Если я просто... А, еще одну надо сломать. Ты уже сломал. 5 рыб, я только 2. Можно на грибах чуть-чуть. Надо тут побольше грибов. Либо... пляж и сломать же солнце, все что под руку попадется сломаешь, что прям под руку попадется и то и сломаешь. Солнце, например? Нет. Не, ну я солнце могу один убить, если поджидать. О, так кстати мячик. Все. Видимо, это видео разделится на две части. Почему? Да потому что у нас уже видео идет 16 минут. 17. 16. Тебя 17. Я чуть-чуть позже. Как скучно. Продаем. Еще осталось 400. 480. Так, я, наверное, выполню еще 2 квеста и закончу. За что они перебивали? Мутанга Нома и опять миллион ресурсов. Вот да. Я смотри, кто это. Или это не миллион? Кто? Откуда? Чел, откуда? Откуда? Это мечи за гема. Помнишь, что? Помнишь, он покупал? Да, помню. Ты какие у него? Он со скинами ходит. Да, я знаю, я вижу. У него аптечка. Ну, прикольно так-то скин, да, ведь? У всех как-то такой деловой. Аптечка. Весь черный. Весь деловой. Он, походу, замаскировал этот свой скин. Ой, свою броню за гемы. Да, это какой-то крутой чел. А мы идем на уран для того, чтобы купить тоже. Солнечный нападающий. Я видел... Мы тоже открываем уран, чтобы вы могли его открыть зачем-то, только я не знаю. Хотя эта локация стоит 70 тысяч. Где столик? Чтобы купить... Миллион, извиняюсь. А чтобы открыть эту локацию за 70 миллионов и выполнить все квесты, надо еще открыть локацию за 45 миллионов и открыть локацию за 35 мужичков. Ну, солдат. Я сейчас пойду убивать мутанта-гнома. Че убивает белый цветок, а я могу его просто палкой убить. Да тебе надо их убивать, как бы, ничего, да? Я знаю, то, что я не надо, нужно их убивать. Мне еще минотавра бы убить, конечно, чтобы на фениксов охотиться. Эти мутантные гномы вообще изичные.
Ой, король вообще стал изичный. НЛО даже сложнее, чем король. Да, им надо баг починить. Да, то есть ты тут на все нашерстил. Когда вы вошли, идиоты? Кто? Солдаты. Понятно. О, опять распавнился. Я не успеваю даже уходить. Бежим, 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 бежим. Мия. Бесит. Кого ты убиваешь? Так, четвертый. Я убиваю мутанта гнома. Это уже четвертый квест. Куда ты? Как там быстро? Я уже пятый. В смысле? Ты потому что быстрее. Отличная работа. Мутант. Грома? Да. Я тебя активно, у Грома много хп. Опять миллион ресурсов. Или 10. Вы издеваетесь? Не миллион. Тосик, спокойной ночи. Еще одну заканчивать у меня такого на 10 миллионов. И чё, я вчера понял квест на 10 миллионов ресурсов от солнца, солнечной локации. Ничего, это уже пятый квест. Да вы издеваетесь. А, еще двух этих гномов надо убить. У них много хп? По 8 миллионов. Как мы будем? А, не, по 7. Но если у него по 7 миллионов, то он тогда еще и изичнее. Потому что мы прокачаны. Я... Да иди ты в жопу, гном тупой. По 240 тысяч наношу. Че ты меня атакуешь, а? А у меня есть какой-то супер-удар, который наносит 470. Ой. Я сколько ты наносишь? 7 миллионов хп максимум. Ты че, баной? Че? Ты баны? Чё? Какие 7 миллионов? Да я хп смотрел у гнома. Мой гном. Фу, уже потому он тебя убьет. Не убьет. Ну чуть не убил. И что? Не жалко, что ты не сдох. Ну, пошел я пока. Пока. А может мне, чтобы далеко не уходить на грибах, просто зафармить? Ну-ка, у чего больше хп, у большого дерева или у грибов? Есть, а! Тут сразу 2 миллиона. Ну ладно. Это все-таки. А, мне нет, не пишет и видали, ладно. Лети, гном. Это мутант гном. Как титан камерамен. Его это радиацию на клинике. Зачем? Ну все, я пошел, у меня все выполнено. Сколько я нашел? 280 тысяч. 237, 48. Помогаем палкой. Я этот квест закончил и буду закончивать, наверное. Я еще один буду делать квест. Хотя нет, лучше заканчивать, да. Чтобы мы одновременно сделали. Да нет, чтобы это. У меня просто видео уже 25-ю минуту будет идти. У меня тоже.
Я возьму квест, чтобы узнать, что будет в следующем видео. Уничтожьте 10 цветочных стражей и 10 пауков. Ну, давайте попробуем сейчас выполнить. Хотя, ладно. Буду ждать Егора, а когда он придет, я закончу. Я буду здесь заканчивать возле инопланетянина. И начнешь здесь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.